Украинская певица Евгения Власова в реанимации. Борется за жизнь в одной из столичных клиник. Я прошу вас помолиться за нее сейчас, помочь нам. Сейчас как она себя чувствует? Как мне сказали, легче прооперировать сердце, чем восстановить человека с подобным диагнозом. Я думаю, что эти все болезни – это испытание, с которого она должна с честью выйти, и она возродится и будет на самой вершине Олимпа. Стосується кожного. Сьогодні о 18:00.